пара некогда была жената 25 лет, и они развелись. И вот они встретились в аэропорту для того, чтобы полететь на свадьбу своей дочери. Так как и отец, и мать против этой неожиданной свадьбы, они решили помешать ей. И, соответственно, они едут, но так как они были разведены, у них очень плохие отношения. И этот фильм настолько комедийно показывает эти отношения, что всем, кто когда-либо сталкивался с проблемами в отношениях, будет интересен этот фильм. И даже у тех, у кого все нормально, с удовольствием посмотрят на те приколы, которые творятся в этом фильме. А приколов действительно много. Начиная от прятания колец у молодоженов, заканчивая путешествием по сложным маршрутам, в результате которых они заблудились. Вот. Причем все. И поэтому этот фильм, он очень интересен. Плюс там безумно красивая природа. Практически везде, где есть красивая природа, люди получают эстетическое удовольствие. Вот. Поэтому я очень рекомендую посмотреть этот фильм. Конечно же, Джулия Робертс, которая снялась во многих романтических комедиях, вот, но ее партнер не хуже. Вот, воплощение изящества ума и такой, знаете, прожженный прагматизма прожженного. Вот, поэтому вам будет интересно посмотреть на то, как Джулия Робертс со своей манерой комедийно ломать из любого сюжета делать лимонад. Она очень восхищает. Поэтому, если еще посмотреть на ее друга, который пилот самолета, появляющийся в неожиданный момент, комедия кажется еще более смешной. Ну, естественно, дети, которые... Их дети, которые решили пожениться, они тоже вносят приятные послевкусие этого фильма. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите, какие впечатления у вас от просмотра этого фильма.